Так, желтенькая. Раз. Так, неловкий вопрос. Вам случалось, будучи сильно пьяным, делать что-то ответственное, притворяясь абсолютно трезвым? Расскажите, как это было. Тебе-то точно, наверное, приходилось, нет? Да. Ну, расскажи, как. Могу рассказать, при том, это как раз было в фильме «Гитлер капут». У нас была сцена, когда мы с Эвелиной Блёдовой должны были в ванной целоваться, на что мы обе не соглашались долго. У нас был длинный очень съемочный день, уже была переработка, уже был 14 час, уже была глубокая ночь. Значит, Мариус Вайсберг, режиссер, все нас уговаривал. Понял, что мы не соглашаемся, значит, ну, что-то вдруг смотрю, заходит к нам в грим-ру, деревянка, говорит, девчонки, я, говорит, был сейчас на рыночке, говорит, я купил, говорит, самогоночки, колбаски, а мы во Львове все это снимали, понимаешь, там вот рыночек домашний, да, вот это все. Значит, я купил колбаски, тра-та-та, говорит, сейчас давайте, ну, короче, у нас напою. Через час мы уже были в ванной, целовались с ней. А потом мы поняли, потом нам Марио сознался, что он специально подослал к нам деревянку, чтобы уговорить целоваться. Шикарно. Вот было. И мы делали, что мы были очень трезвы, хотя, честно, если приглядеться... Не, ну ты актриса. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».